Что-то тут уже у нас есть какое-то мероприятие. Как дикари уже смотрим на это все, настолько отвыкли. Ну, как-то сейчас более свободно. Смотрю, даже вот по роликам по всему миру более свободно уже стали. Кран отсвечивает. Сама себя вижу, как в зеркало. Ой. А как радостно. Выходные тетки, он сейчас сказали, до 30 будет. Так, тут едем в Таллин. Опять. Этот доктор сказал, говорит, женщина перед вами заходила. У нее, говорит, муж от ковида умер. А я как раз с ней поболтала немного. Вот она такая разговорчивая. Она пришла туда, там только один. Там кто-то был, и вот эта вот женщина, и потом я. А в основном все сидят на их КГ. Опять знакомый мостик. Ветер очень теплый. Вон чего говорят, +28. Не было тепла, а потом как обрушилось. Интересно, что там ничего не слышу про Янову ночь. Ты у нас выходной. С шашлыками-то будешь связываться? Ой. Посмотрели направо. Посмотрели налево. Какой автобус пошел. Лукс Экспресс. Куда-то в какой-то город поперся. На автовокзал, папа говорит, поперся. А это вот уже пассажирские обычные. Вот так вот у нас тут смесь старого с новым. Поедем, а может быть, поэтому получится проехать по тоннелю-то из деревьев или нет, который я не сняла, а потом пожалела. Ну, посмотрим. Очков не вижу. Ну, красненькая крыша. Есть у меня приятельница.
виртуальная. Чё? Любит красные крыши, обожает. Вот для нее специально сняла. Ой, еще один с красной крышей. А там целый красный дом для Любаши. Вот какой домик. Так, а тут что такое? Какое-то предприятие. Или есть, или было. Как-то раньше все проще было. Тут едешь мимо, знаешь, это Левика. Ликероводочная. На ликероводочной есть наряды. Что будет? Аллейка. Аллейка это. Так мы сейчас поедем по ней? Да. Ух ты, как здорово. Да, вот мост знакомый. Вот, под мостом едем. Это виадук. Виадук это. Потому что тебя не очень хорошо слышно в видео. Так, вот здесь я закончу и начну новый ролик.